Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! Сегодня я напросилась в гости к Анне Бухман, хозяйке двух бутиков украшений «Контлот» в Петербурге и интернет-магазина «Красиво 365». И вы, конечно же, неоднократно видели ее на моем канале. Ну, а мне не терпелось посмотреть новую коллекцию «Контлот» с использованием цепей. Эту коллекцию ждали давно, потому что тренд на цепи царит в мире моды и на подиумах, и в жизни. И, конечно же, такая марка, как «Контлот», не могла не предложить нам самые оригинальные, самые необычные решения в разных цветах со своим особым чувством эстетики и красоты. Так что давайте посмотрим и рассмотрим, какие же эффектные, дерзкие, невероятно стильные цепи-трансформеры можно носить в повседневной жизни и на выход нам, женщинам, независимо от возраста и места жительства. Ну и тут, как обычно, написано «Контлот». И вот это вот все, это дизайн, то есть застегивается спереди, да? Вот да, 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 это застежка. Вот можно вот здесь посмотреть на черном варианте, как это красиво обыграно. Не просто замок, а замок-декор. Вот здесь открывается, вот так вот красиво продевается. И вот так много-много можно. И, в принципе, убрать это назад. Ну, вот смотрите, у меня сейчас высокое горло, но, в принципе, очень эффектно. Несмотря очень на то, эффектно. Что большой контраст, черное с белым. У нас есть еще цвета, более мягкие, бежевый цвет, есть и мятный цвет. И можно здорово. Перевернуть. А, перевернуть. Ну да, и просто как... Это просто вот сейчас... Как черные цепи. Да. Угу. Красиво. С этой стороны. Мы сейчас продемонстрируем, как из вот такого колье сделать более удлиненный вариант. Мы просто делим его пополам. И вот этим замочком, самым эффектным, на мой взгляд, одеваем через голову. И получается вот такое удлиненное колье. Более того, оно трансформируется еще и вот так можно его застегнуть. Так? А можно вот этим кулоном было вперед тоже надеть, а можно, да? Кулоном вперед, да. Очень здорово. Здорово, здорово. Да, эффектно, эффектно. Эффектно. Mm-hmm. А можно вот сейчас, Анна, вам, например, черное таким образом надеть? Я вот будет... одену черное вот этой стороной. Да. А можно, кажется, обе кулоном, вниз, кулон. Смотрите. А, ну да. Я сделала обе. Самый вниз. Настоящий трансформер. Да. Я уже одела сережку другого цвета, чтобы вам показать. Но смотрите, как здорово смотрится сразу обе вниз. Угу. Какой элемент. Здорово, здорово. Да. Ну-ка, ну-ка, серьги. Серьги, они длинные, очень легкие. И создают да? такую волну. А они гвоздики? Ну, гвоздики. Угу. Здорово. Создают волну. Но есть и укороченный вариант. Вот он. Укороченный вариант. А, с тоже очень красиво, да? Да, смотрите, вот так. А этот вот был, я хочу обратить внимание, тут вот несколько цветов металла, да? Белый и бронзовый, и разные тоже плетения, разные плетения. И вот видите, можно еще переплести, да? Какие да, интересные. Вот. Как переплести? Переплетается. Если еще вот так переплести. Это будет шейное украшение, как колье. О, как красиво. Да. Девочки у меня молодцы. Смотрите, что придумывают. Да. Оно стало чуть-чуть поменьше, но за счет того, что я его закрутила. Мне нравится эффектно вот вариант, когда сбоку одето. Угу. Здесь вот так. Согласна. Ну, очень, конечно, интересные вот эти цвета. Давайте посмотрим, какие еще есть оттенки. Вот такой голубовато-бирюзовый. Здорово. Важная информация, что с этой новой коллекции у нас нововведение. Как вот эти штырьки, они сделаны из титана. А раньше были из чего? А раньше другого? Были из мети, латунёвого. А сейчас из титана. Более крепкий. Это материал, который вообще не дает аллергии. Да? Здорово. Здорово.
Сейчас я продемонстрирую. Ну, вот эти серьги, они прям как такой вот водопад практически. Да, свободное падение. Угу. Игра. Что нам и надо? Ну, вот смотрите, укороченный вариант. Красивый очень. Угу. 3470 цена. Стоит. Да. И удлиненный вариант. Ну, я уже даже не буду спрашивать, потому что я, конечно, остановлюсь на удлиненном варианте. Кто бы сомневался. Вот, да. Но иногда... Почему бы нет? Почему бы нет, да. А вот еще тоже какой красивый цвет, да? Такой сиреневато-брусничный. Тоже в сочетании с... Очень красиво. Вот здесь, видите, сделано крепление, чтобы они не расходились совсем, да? Они mm-hmm. расходятся только вот тремя нитями к низу. И заглушечки еще стоят внизу. Здорово. А мне очень, конечно, нравится, безумно нравится вот этот медальон, какой-то такой вот прям солидный со всех сторон. Как орден, да, знак да, отличия. Да, 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 да. Потрясающий. На середине, да? Так, вот можно одеть его на пояс. Угу. Но для этого пояс должен быть, девчонки. Талия, вы имеете в виду? Да. Всем срочно худеть. Светлана, у вас же кофта боха. Да. Так что украшения тоже. Да, стиль можно боха. Сказать, стиль ну, боха. Ну, тут такой этот ковбойский такой вариант. Почему вы не хотите вот тот голубой? Ну, давайте попробуем голубой. Почему же нет? А это для вас. Кстати, вам хорошо. Диле вообще все хорошо. Да. Ой, кстати, как вам хорошо в этом цвете, Диля. Вот что надо носить-то. Так. Светлана. Да. Ну, вы согласны, что голубой вам идет? Да? Да. И глаза у вас сразу заголубели. Ну, да. Они с вашей легкой руки стали голубыми. Потому что, да, потому что вот это голубое, правильно? Ну, он не совсем голубой, он бирюзовый тоже. Бирюзовый такой, цвет, да. Очень такой... красивый. А давайте коралловый, он просто убойный. Хорошо. А пояс? Будем? И пояс тоже. Анна, а теперь вы померили это украшение на вот этом. Я взяла пояс, трансформер. Угу. Мы сделали его коротким. А теперь я просто пояс закрепила в виде колье. И получилось тоже очень эффектно. Очень эффектно. Вот эту можно поднять наверх, можно... Пусть она так и будет. Можно ее закрепить сюда же. Нет, а мне вот прям нравится, что она так болтается. Да, и здесь еще, обратите внимание, есть стразы. Mm-hmm. Придают особый блеск. И здесь два цвета металла, что необычно. Да. И желтый сатинир, да, и бронза. Mm-hmm. И разные виды цепей. Очень красиво. Очень красиво. Но в целом это оно такое благородно золотое. Да. Очень классное. И если я сейчас возьму и сделаю из него ремень, пояс, будет очень здорово. Тоже. Такая необычная игривая коллекция. Так, ну только ко мне надо повернуться красотой и руку убрать, да? Так, вот, чтобы видно было. А зачем вы ее? Ну, там бирочка. Наоборот, здорово, мне очень нравится. Очень красиво. Вообще вот этот цвет, он прямо уникальный. Он такой какой-то бежевато-розовато-пудровый. И вот все абсолютно украшения на нем mm-hmm. идеально выглядят, благородно. Что черные, что вот а все можно медные. А можно это еще и на сумку прикрепить? И сделать mm-hmm. такой верхний декор любой сумки будет очень красиво. Потому что, скорее всего, фурнитура будет совпадать с общим цветом. Молодела лет на 15, Марина! Я же вам говорила, померяйте голубой и да? коралловый. Конечно, вообще они очень цвет. Красивые. Вы и серьги надели. Да, да, я еще и серьги надела. Смотрите, какая красота. О, а еще есть браслет. Здорово. Да? Да. И да. все это очень хорошо. Мне очень нравится вот этот стиль такой немного бохо, да. хиппи, хитано. Ну, только на каждый день, правда? Ведь вот это да. все очень даже. Если еще... Ну, можно и на торжество. Конечно. Я думаю, можно на торжестве затмить всех. Да. В таком. А серьги-то какие шикарные. Здорово, здорово. Ну, ей понравилось все из этой коллекции. Хорошо, про кого говорить?
Дама из Нижнего Новгорода. Так, Светлана. Да. Что это вы такое надели? Еще это, один пояс? Это пояс-колье, который можно носить как поясок. Причем он совершенно регулируется по размеру. То есть можно на любую талию. Угу. Ну или почти на любую. Вот. А потом это можно все снять и носить как чокер. Причем чокер тоже в нескольких вариантах. Можно носить вот так, перекрутив несколько раз. Вот это здорово, да. Да, вот так. Ну-ка. Вот. Ага. Вот. Очень красиво. Вообще шикарно, правда? Да, да. Вот. А можно просто застегнуть и носить вот как длинный вот такой вот вариант. Видите? Угу. Вот так. Например, как тоже. Ну, вообще отлично смотрится очень. Давайте посмотрим, какие цвета. А это вот такой, как там был, или нет? Или это более зеленый? Я вот вижу, что не очень камера передает оттенок. Да, это такой мятный цвет. Угу. Мятный он, очень приятный красивый. И теплый даже. Тот вот сиреневато. И вот здесь, кстати, такой он сиреневатый, я не знаю, розоватый, да? И у него очень красивые вот эти кристаллики, которые в ушко приходятся. И, конечно, супер эффектные. Это коралловый. Коралловый прям вообще потрясающий. Ну, а к Новому году, представляете, как это будет здорово. Это вообще просто, я не знаю, всех убьет наповал. Чего мы, собственно, и добиваемся. Это точно. Жалко, сейчас корпоративов нет, но зато можно дома выгулить и на следующий корпоратив еще оставить. Ну, каким-то образом нам нужно создавать себе праздник. Это точно. Никто. Смотрите, а это, значит, серебро достаточно яркое с бронзой. Ну, здесь такой, я бы сказала, сатинированный желтый оттенок. Вот это да, чёрный. Это как такое матовое сатиновое золото, черное с бронзой. Вот это вот мне очень нравится. Такой серебро-блеск. Да. Блестящее серебро и снова вот этот потрясающий кулон. Он такой, знаете, кстати, выглядит он такой большой, да, но на вес вполне себе нормальный. То есть вы обратили внимание, носибельный. Как руки тянутся? Обязательно потрогать. Руки тянутся. Прямо хочется. Все хочется. Как обычно в магазине, помимо этой коллекции, потрясающие у вас вкусняшки из других коллекций. Так что выбор, конечно, к Новому году, и не только к Новому году, а вообще порадовать себя в это непростое время. Правда, Анна? Да. Мы стараемся для вас, девочки. Приходите. Спасибо, Анна, что вы нам показали эту коллекцию. Я думаю, что многие зайдут на сайт «Красиво 365», посмотрят. Да. Ну, а кто живет в Петербурге или будет приедут, в ближайшее померят, время, да, могут приехать и померить. Вот, ну все. Спасибо большое. Тогда до новых встреч. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Ждем с нетерпением ваших комментариев, лайков. Так что... Ну и минимальных дизлайков. Ну, дизлайки – это тоже эмоция, так что ладно. Причем уж. Еще очень какая сильная. Да, еще очень какая сильная. Но мы не обидимся. Все, пока-пока на сегодня.